старой улицы. Лунными грустными фонарями, желтыми окнами улицы мне рассказали, звуками времени то, что запомнили, то, что давно прошло, то, что я видел. Знаешь, улица, мы ведь с тобой так похожи. Ты вот стоишь все время, а я все время прохожий. Каждый раз попадая под твой электрический свет, забываю день, и мне кажется, времени нет. Улица, клубятся клубы дыма, поднимаясь в небо, распадаются красиво, мимо едут автомобили, дома проходят мимо, улица всегда одна, она меняется, но только эти клубы дыма. Лунными грустными фонарями, желтыми окнами, только в кино. А помнишь, улица, как это было, когда меня не было? Люди перед экраном смеялись и плакали, и танцевали буги-буги от заката до утра. Я слышу звуки музыки того вечера, и перед самым началом и после конца были и будут другие лица. Но та же в лужу снова будет смотреться звезды, луны, взгляд отражая угол дома, окно там, за гаражами. Да, там было всякое, любовь и ссоры. Кто-то выключил свет сейчас, задернул шторы. Лунными грустными фонарями, желтыми окнами, улицы мне рассказали, звуками времени то, что запомнили, то, что давно прошло, то, что я видел только в кино. На саксофоне Андреич играет. К сожалению, нет его, но все помним, знаем. Ну как вам? Хорошо? Скажите. Йоу, круто, круто. Вот что-то мне подсказывает, что вот сейчас, да? Саня говорит «да» и... в месте под названием «Город» гангстерская история из жизни, по сути. Причиной были гребаные деньги. Три парняки вынашивали в голове идеи, где достать лафе побольше за короткий срок. Видимо, над ними подшутить решил жестокий рок. Я начну сначала о первом. Он был человеком сильным, умным, но очень бедным. В 16 он потерял и мать, и отца. В 16 он поклялся драться до конца. Нет знакомей судьбы, к своим 20 улицу знал из суды. Смотри, где его жизнь подстерегла. В подъезде на ступеньках его раба владелица игла. Третий видел всегда перед собою цель, в лице денег и уважение девушек. Решился, во что бы то ни стало, сыграть в игру, купить себе девятку, тем порадовать подругу. Не буду я слишком забегать вперед, но лучше бы их мысли другой приняли оборот. У ворот машина, мимо ворот человек идет. На девятом из окна его первый чувак пасет. Ёбанарот, он даже не догадается, что в эту, блин, секунду он рискует и нереально палится. Сразу с трех сторон, под прицелом шести глаз хищных оказался он. Второй через дорогу стоит, одну за другой дымит. Третий из угла выходит, вон он, вон, смотри, ну прям Джеймс Бонд. В новых Джорданах шагает, типа крутой чемпион, да? Спокойно, улица не место для разбоя. Другую мазу задумали те трое, и может вышло бы у них что-нибудь, если бы они друг друга знали, ну хоть чуть, хотя...
тем временем на улице срастается классическая стрелка. Продавец и покупатель встретились, бэм-бэм, состоялась сделка. Товар, деньги, деньги, товар. Кому-то вечер веселый, кому-то в карман навар. И по домам расходятся пацаны. Наблюдатели барыги садятся на хвосты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А через 10 минут они знают уже его двери. А на следующий день, ровно в полдень, те чуваки покинули второй подъезд дома номер 3 по пути. В знакомый спецодежды магазин зашли, вышли уже в ЖКО стиле. В баре у Вани по рюмке водки пропустили. Перед дорогою все трое себя перекрестили. Наверное, верили они, что Бог всем простит тому, кто хоть однажды в жизни церковь посетит. Вот ворота, улица, фонарь, аптека. Я помню, там вроде через дорогу была где-то дискотека. Все верно, да, мы на правильном пути. Нам, походу, недалеко осталось уже идти. Вон он дом, вон подъезд, вон та самая лестница. Повторим еще раз планы, у нас все получится, сказал первый, его, кстати, звали Дима. Он говорил, что никогда не стреляет мимо. Так, давай сделаем все по плану, и он наш, сказал Дима и поехал в лифте на 6-й этаж. Кто там? Да, из газовой службы, техник, счетчики хожу проверяю, да? А какого фига? Ну, жалуются люди, мол, газом воняет, все такое. Ну ладно, что, проходи давай, только быстрее, ладно? Дверь открылась, пауза, остановился лифт. Хипарь в халате вдруг вздрогнул, в глазах уже измена сидит. Еще секунда, он крикнул, он догадался. Димон хотел его ударить, но тот увернулся. Он побежал назад в квартиру, он хотел закрыть за собой дверь, но Димка успевал за ним, иначе не могло быть, поверь. Я побежал за ними, торчок опаздывал, вдруг еще один. Хипарь споткнулся, Димон упал, печально улыбнулся и прошептал: я промахнулся, я не попал. Где деньги, слышь, говори, бля! А, не надо! Убью тебя, сволочь! Где деньги? На уровне колен, на уровне... Где деньги? Где? Говори, урод! Я тебе ща дуло засуну в твой поганый рот и нажму курок! Слышишь? Ты каким воздухом вообще, сука, по жизни дышишь? В шкафу на уровне колен! Ах, ты ж ублюдок, гребаный, мать твою! Торчок совсем потерял голову, начал ногами барыгу бить, ствол к виску его подставлял и хотел убить. Тот плакал, а у этого пена текла изо рта. Димон дышал еще и глаза открывал едва. Все лаве мое сожжет с ума. Ты еще тоже будешь валяться, как и эти два. Отойди с дороги, глупый, я забираю все и твою жизнь заберу, если ты... Он не договорил последних своих слов. Я повернулся и увидел десяток мусоров, а дальше как в кино, где у всех свои роли. Видели бы вы, как нас красиво арестовывали. Эпилог истории я близится к концу. Мораль проста, каждый сам выбирает свою полосу. Один погиб, трое сели, помочь им нечем. Жаль, барыгу только травкой торговал, а не Герычем. А как черные и белые, как белые и черные, вращаются на улицах определенные, на лужах бензиновые кольца, в небе птицы, автомобильные сирены колются. Богатство, нищета, обжорство и голод, все это найдешь ты вместе под названием город. Диалог есть, какой он есть здесь навсегда, в черте города. В черте города. Как всегда, всему причиной были гребаные деньги. Три парняки вынашивали в голове идеи, где достать лаве побольше за короткий срок. Где достать лаве побольше за короткий срок. Где достать лаве побольше за короткий срок. Спасибо, спасибо. Прям чувствовал, 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 как качал.
И в кульминации прямо ребята чокаются, я думаю, все нормально. Первый снег. Отдохнуть немного, расслабиться. Никто не знал, что было в эту ночь. Все спали, все сны видели свои тревоги лживые, но как живые вновь переживали, а хлопья падали. Белым цветом, серым снегом закрывали. Это был первый снег. Первый снег. Так плавно кружится, так тихо, не слышно ложится на лица домов, на землю, на темные вены городских дорог. Первый свой платок пуховый кладет зима. Я вышел из дома в ту ночь, мне не спалось, и все время что-то мерещилось. Какие-то призраки на стене, скрип двери, шаги, и как будто под полом еле слышно бегают мыши. Страшно, я в глаза закрыл, заткнул руками уши. Я думал, будет лучше. А снег летит, с неба падает снег. Белым-бело все, белым-бело. И то, что было, прошло. Белым-белым снегом занесло. Я вышел из дома и, щупая ногами ступени, спускаться стал. Сквозь темноту к выходу иду и думаю, куда иду, что там найду я. Кого спрошу, все спят давно, а все равно теперь не возвращаться же домой. Третий, второй, первый, дверь пинаю ногой и... Так плавно кружится, так тихо ложится на крыше домой. Землю. А снег летит, с неба падает снег. Белым бело все, белым бело. И то, что было, прошло. Белым белым снегом занесло все. Снегом занесло. И то, что было, прошло. Белым-белым снегом занесло все, снегом занесло. Ну да, вот. Спасибо, спасибо. В этом году особенно красивая зима, я думаю, все согласятся, и поэтому песня тоже в тему как никогда.